Все, ребята, полетели. Вы подпишитесь, чтобы я хорошо летал. Возьми, мне кажется, или я не пролетел через тебя? Это маршрут, я не буду так летать. Там, ну, это кто они там? Где? Я пропустил еще одну звезду. Так продолжится, никогда не стать чемпионом. Где уйдет? Я, кстати, медали очень давно не получал. То ли я стал чемпионом всего, что только можно, то ли... Да что там? Жалко, что другие игроки по полю вылетают. Это жалко, вот других игроков на поле не будет. Кто-то сейчас тут не гоняется друг за другом. Я считаю, это огромное. Можно было гораздо все более продвинуто, как мне кажется. Не думаю, что Винни настолько слабая консоль, что... Ну, тем более Винни единственная консоль, потому что... Не думаю, что она настолько слаба, что хоть вот это Винни не сделать. Просто игра разрабатывалась, как я прочитал, чисто для Винни, и только потом ее портатировали. То есть сама разработка шла на Винни, а с Винни ее уже портатировали на все остальное. Тут чувствуется, что мышь есть. Очень много разработки сделали на мышь. Это чувствуется, что да. Мор был, конечно же, не... Для ее контроля. Ну, то есть, наверняка, Kinect на PlayStation, и его можно будет вполне удобно всем управлять. Это, видимо, так и было задумано. Ну, мышь переживать. Но он не прекрасный. Я, по крайней мере, удобно играть. Ну как удобно? Довольно-таки очень удобно. Давай, бери, просто хватай. Вот так. Хорош. Чё, почему? Где? Почему народ трибунок выполнен в стиле вот, не знаю, пивки не все так плохо выглядят, как вот это. Бьется. О боже, я просто пнул его ногой. Я не покидаю стадион! Ну что делать, скучное место. Давайте полетаем по открытым просторам. Боже мой, давай, тот парень, что замещает Рона, держи ворота нормально. О да, я из пулемета его валил. Я вот меня подслушал другое слово, которое очень похоже на слово «пизда». С подругой был такой инцидент, я даже переспрашивал, когда он слышал. Другое. Не звезда, похоже. На фэнси, да. Я это да, Гарри Фавиль. Что проблема? Ой, вперед, звездок, смотри, иди помолчай. Он идет прямо за Стичем! Блин, он где... Какой он? И Гарри отталкивает второго лица! Ты упустил, это давно было. Давно ему уже потом. Давай, резко вниз. Раз, уже, это резко. Смотрите, какой я ловкий и мощный. Да,
понимаешь, пол игры его не видит. Да, он еще не заметил Синча, Синч уже пойман нашим Поттером. Крутон стойкость, о боже. И активная метла, да, я такой. Великолепная игра, вы молодцы! Конечно. Говорил же, надо было брать меня. Рон скоро вернется из больничного крыла, тогда он снова встанет на ворота. Да, прости, Маклаген, отлично сыграли. Да, Маклаген, ты у нас не популярен, ну, среди нашей труппы. То, что отравил Рона, потому что я знаю, что это ты. Кто еще бы его отравил? Ни о чем не говорит. Совершенно ни о чем. Это не значит, что мы типа забьем на нашего друга Визлера или Винзлера. Его по-всякому называют. Расскажи еще раз, как мы поссорились с Лавандой. Ты не подумай, я рад, что у нас все закончилось. Просто она так расстроилась. Неужели ты ничего не помнишь с той ночи? Ну правда, Рон. Я не виноват. Я был отравлен. Наверное, это побочный эффект. Боже мой, бедный. Ну, не только тебя выписали из лазарета. Кэти Белл тоже вернулась. Я ее видела в большом зале. Теперь мы узнаем, кто дал ей это ожерелье. Она скажет, кто наслал проклятие. Может, она не хочет говорить. Вот, это правда, что мужчина. Кэти Белл вернулась? Да, ее выписали из больницы Святого Мунка. Я ее видел. Кстати, неплохо выглядит. Она сейчас в большом зале. Кстати, вот эта старая музыка, добрая музычка, она была еще с самой первой части игры. А прикольно. Здравствуйте, NPC. Давай, ловим все. Вот, все, мы в зале практически. Все, сейчас поболтаем. Надеюсь, она мне все скажет, мне не придется использовать Крусатус. Мы и пришли. Как ты, Кэти? Подожди. Я знаю, ты хочешь спросить, кто наложил на меня заклятие. Но я не помню. Пытаюсь вспомнить. И не это могу. Не Малфой там? Да, это Малфой. Признавайся, Малфой, что ты задумал? А, черт, возьми, драка, почему? Что ты тут вообще делал? О, погоня. Я обожаю погони. Какой экстрим, это никакой форсаж с этим не сравнится. Никакой боевик не сравнится с мощью этой самой погони. Спасибо, Кэп, я понял. Давай, догоняй его, Поттер. Догоняй его, потный. Не зря тебя назвали потом, потому что ты бегаешь вечно. Что-то он скрылся в коридоре. Он скрывается в коридорах Хогвартса. Я его поймаю, парень. Нельзя вечно прятаться, Малфой. Это было обязательно. Как ты, Кэти? Подожди. Я знаю, ты хочешь спросить, кто наложил на меня заклятие. Но я не помню. Пытаюсь вспомнить. И не могу. Отвяжись. Давай, Гарри, беги. Нет, не просто, потому что, в принципе, все сорвалось, потому что я врезался. Все, ладно, мы теперь знаем маршрут, и уже давайте по-быстренькому не остаем. Вот мы сейчас хорошо идем, кстати говоря. О, черт, он разгоняется. Такое ощущение, что его запустили из жопы в виде торпеды. В виде какой-то какашки. Поэтому он стал резко Блин, ускоряться. Такое непроизносимое слово.
чуть-чуть, я не сказал чуть-чуть. Я смешал два слова, ускользать и уклоняться. Так. Возьмем, мы сейчас снесем с ног этого ученика, ладно. Все не так плохо. Гарри ведь мог бы, как, знаете, как ассасин его просто отталкивать. Отстань что? От меня, Поттер! Я не отстану, я, потому что я Поттер, я только помыться в туалет, а ты не даешь мне попить, спокойно. Ты не даешь мне писать, ты видишь, что за писсуаров, никто не может пойти в соседний туалет, у нас много места. Это я тебя заколдую, я буду стрелять заклинаниями, пока ты не умрешь. Черт, возьми, Малфой. Служил такой силы. Я пытаюсь ярко тебе это показать, что вешаю тебя вверх ногами, чтобы твоя моча текла в другом направлении. Не трогай! Не смей трогать меня! Вам нужно в больничное крыло. А вы, Поттер, откуда это заклинание? Я прочитал его в книге. Ложь! Соберите ваши учебники. Все учебники. И принесите сюда немедленно. Я отдал Снегу книгу Рона. И ты испытывал на Драко заклинание, действия которого не знал? Я не хотел, он напал на меня, и я... Просто... Он Круцатус нам я хотел ты применить. Должен избавиться от книги. И я знаю, где ты можешь ее спрятать. Выручай комната. Если нужно что-то спрятать, это самое надежное место. Закрой глаза. Вот. Теперь ее никто о, не найдет. О, боже, ты просто бросил ее за спину. Гарри, у меня тоже есть... А ты можешь тоже вот так же вот выкинуть и спрятать? Так вы с Джинни сделали это? Да, именно в той комнате. Что? Спрятали книгу. А, да. А, да. Именно где-то в этой комнате. Где-то в ручей комнате. Даже я не знаю, где она. Что ж, умнее ты ничего не придумал. Испытывать неизвестные заклинания на людях. У меня было разрешение. Да знаю я. Тебе надо сосредоточиться на выполнении задания Дамблдора. Пока что удача тебе не улыбнулась. Какое задание он мне дал? Нет. А, да, но ведь удача это... Феликс Фелиций. Укради его, Гарри. Пришло время удачи. А, да, тебе же дали его. Я забыл, какие у эффекта, кстати, у Феликса Фелиция. А, да, музычка. Ну, как ты себя чувствуешь? Героем войны. Отлично, вообще-то... Прогуляюсь-ка я до теплиц. Ты должен найти Слизнорта, Гарри. Не волнуйся, я знаю, что делаю. По крайней мере, Феликс знает. О, я помню. А, да, меня отсюда будет сейчас это... О, дофига звезд. И что-то мы будем смотреть именно в потолок, и все это будет происходить от первого лица. Ну, вообще, как задумка интересная, знаете, такой... Это джаз или... Я просто не разбираюсь, почему. Ну, в жанрах, я бы сказал. Музыки-то кое-как разбираюсь, но в жанрах нет. Кстати, я никогда не играл ни на одном, кстати, очень красивый холл. Ни на одном музыкальном инструменте, а в жизни не играл. Что, тут инвентирован обзор. Какого хрена? Ведь я направляю мышку вниз, да, я обзор инвентировал. Почему-то. Но все равно это довольно-таки прикольная миссия. Ничего не скажешь. Умненько, ничего не скажешь. Напасть на Драко. Да. Он собирался применить ко мне Круцио. А мы сейчас тоже кое-что применим. Остолбеней! Не стоит драться со мной сегодня. Посмотрим, как мои заклинания. Да, то есть будет вообще... Ай, да, и скорость у него будет осталось. Йо, парень, прощай. Дай все мысли на нем сейчас стоит с тобой. Автоприцеливание. Он сделал что-то. Я не могу его ударить. Я с ним справлюсь.
Тогда подожди, сейчас я запущу по тебе очень мощную фигню. Умри. 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 Все. В следующий раз тебе не повезет, Поттер. А мне и не нужна удача, чтобы побить вас. Да, просто это бы это облегчило задачу. Ой, я теперь буду летать при полете еще быстрее, боже мой. Наконец-то полеты на той метле станут чем-то интересным, приятным. Иди ты вперед и напрягись. Я крут и я удачлив. Я не знаю, о чем я сейчас говорить. Ребят, есть идеи? Я до сих пор никто не предложил идеи. О чем вы хотите, чтобы я говорил в этих прохождениях? Я просил, но все молчат. Лайки ставят, очень ценю. Репосты тоже я видел, что люди делают. Статистика мне обо всем говорит. Я вижу, ребятки, что вам не пофиг, и вы меня любите. Но, пожалуйста, комментарии тоже нужны. Такие, как... Это зачем, ядовитая почему? Тентакула. Клянусь бородой Мерлина. Ее листья очень ценны, не так ли? Да. Разумеется, я вовсе не собираюсь их продавать. Мой интерес чисто академический. Да и за них много не выручу. Да. Вы пробовали удобрить их драконьим навозом? Думаете, это поможет? Да. О, да, думаю, сработает. Что, драконий навоз еще готовит? Мозг ленивца. О, что, да, мы готовим навоз. Мы их под действием Феликса Феликсовича. Поэтому я считаю, у нас должно вообще все получаться на ура. Кстати, зелье должно, наверное, мешаться получше, так как, опять же, Феликс Фелиция. Скорей, скорее, время и зелья никого не ждут. Да, боже мой, это было трудно. Почему мы не можем просто тот компост, который уже там лежит, использовать? Вот мне чрезвычайно интересно это. Возьми, эта штука опасна. Ладно. Главное не пролить ее на себя и в рот случайно себе не залить ее. Понимаете последствия, да? Да нет. Неплохо, да я бог. Бог зелеварения. Конечно же, всемирным богом меня назвать нельзя. Это было бы грубо. Давай, жидкость, мешайся. Возьми, ты через все цвета радуги пройдешь перед тем, как у меня... А, так, наконец-то мы добавляем, собственно, сам навоз дракона. Чё-то возьмите, драконы неплохо капают. Я не так хорошо. Сейчас, а почему я обсуждаю свои фекалии? Это банально неправильно. Представляешь, какой-нибудь капрофил меня смотрит, он будет. Я обсуждаю это уже фигню. Я несу фигню. Сейчас действительно нес фигню. Если поставить без этого лайк, я сам обижусь. Я сам обижусь, поэтому ставьте лайк. Просто залить что-то, я чуть не подумал, что это надо перестать. А где ты? Вот флакончик, маленький совсем. Я пролил, вот это выдержимого. Селезенка крысы. Я хочу покрысить. Почти получилось, не сдавайтесь. Поджаренные стрекозиные грудки. Черт возьми, ну понятно, я выпил перед экспедицией, у меня будет 5 звезд в любом случае. Представляю, если бы я это пил всю игру, я бы просто был, не знаю кем, сверхчеловеком, наверное, да. Попробуем?
потрясающе! Вы еще и знаток травологии, но вам не положено бродить по ночам, Гарри. А сейчас день. Вообще-то, сэр, я иду в гости к Хагриду. Мне очень жаль, но я не могу позволить вам гулять по территории замка в одиночку. Что ж, сэр, тогда проводите меня. Что-то возьмет тебе везет, Гарри. Он не очень большой. Я знал, что ты придешь оплакивать старину Арагога. Он был мне трудный. Он меня убить пытался. Я еще оплакивать что должен? Не-не-не. Арагог? Это гигантский паук Акрамандул. Он жил в лесу. Хагрид считал его другом, хотя тот и пытался меня сожрать. Он был таким добряком. Тип того. Хагрид, не хочу показаться бестактным, но яд Акрамандула очень ценен. Вы позволите мне взять немного, а потом, может быть, сказать несколько слов об усопшем? О, Рагок, мне будет так тебя не хватать. Драма пошла, пошла драма. Прощай, Арагог, царь арахнидов. Пусть твое многоглазое потомство процветает вовек. Я пью в память о друге. Я сожалею о вашей потере, Хагрид. Как грустно. А воспоминания когда мы получим? За Арагога! Знаете, почему я выжил? В ночь, когда Волан-де-Морт убил моих родителей. О, не нужно, мой мальчик. Ваша матушка, о, она была моей лучшей ученицей. Она отдала свою жизнь ради меня, ради всех. Профессор, я вам скажу, это правда, я избранный. Только я могу убить Волан-де-Морта. И мне нужна ваша память, чтобы мамина жертва была не напрасной. Вот, только не думайте обо мне слишком плохо. Вы не знаете, каким он был даже тогда. Думаю, Дамблдор захочет увидеть вас и мои воспоминания. Боже мой, это тебе удалось. Вон, ты его, понятно, его опоил. В общем, Гарри... Ты меняй профессию, как Иван Васильевич будет. Будь Иваном Васильевичем нашего времени. Мне нужно к профессору Дамблдору. Вы не видели его? Конечно, вы вообще-то тебе сейчас следует быть в спальне. Но если есть договоренность, он у себя в кабинете. Ну да, и Феликс Фелиций надо мной больше не власть, к сожалению. Посмотри-ка, кто здесь крадется. У меня нет на это времени. Никуда ты не пойдешь, остолбеней! Боже мой, ребята, почему каждый раз он так не мёрз? Я вас до сих пор не понимаю. Он за это платит. Я сейчас свой стилярный сделаю. У него ХП больше, чем у меня. Ну, это я ему его умею. Дерьмо, будем летать, но я раньше упаду на землю, поэтому... Поэтому вот тебе за все умер! Малфой заставит тебя заплатить, Поттер! Скорее он в Азкабан загремит, Малфой ваш. Так, да, конечно. Сэр, я добыл его! Получил от Слизнарта воспоминания! Потрясающая новость! Я знал, что ты справишься. Ну-ка, посмотрим. Ну что там такое?